Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 614, тема «Царство небес, рай». Какой грех на мне? Почему, когда я смотрю на братьев и сестер, то мне приходят мысли, что не все спасутся, что эти братья и сестры как конкуренты на Царство Небесное? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ничего необычного в этих мыслях нет. Апостол Павел говорит в 1 послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стихи. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Итак, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Евангелие от Матфея, 20 глава, 16 стих. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Такая мысль может промелькнуть, и она должна пробудить к ревности, спастись и помочь другим, чтобы только не подходила зависть. Подобный случай описывается в житии святого Иосафата, индийского царевича.